Ну, как с прошлого боя, нокаут по печени. Ну да, это как коронка у меня. Ну, есть такое, получается, с детства бить, и поэтому продолжаю дорабатывать просто. Соперника на самом деле знаю давно. Когда-то давно по любителям с ним встречался и проиграл ему даже. Да. Ну вот, по иронии судьбы, встретились в Екатеринбурге на нейтральной арене. Хотя тогда мы были в Краснодаре, ну, у него дома. Сейчас уже мне как второй дом Екатеринбург, поэтому... Не знаю, сколько лет прошло между этими поединками, но что изменилось? Что изменилось в тебе, что изменилось в нем? В сопернике не знаю, что изменилось, я так не анализировал, но мы растем, и это прекрасно. Победы это показывают, и я только этому очень рад. Нет, досрочка это всегда клево, но всегда настраиваемся, тренируемся боксировать хоть 20 раундов, поэтому мы никогда не форсируем, как видно по моим боям, я не спешу, не лечу. Начинаю потихоньку, ищу слабые стороны и дорабатываю. Я не знаю, это дело руководства лиги. Я готов. Скажу одно, я готов. 100% готов к любым вызовам. Следующий турнир, когда я готов уже выступить. 10 декабря, по-моему, я готов. Ну, то есть ты уже, ну, как бы уверен в том, что тебе можно давать какие-то иностранные имена, и ты не подведешь ни организаторов, ни самого себя, ни тренера? Да, конечно. Я ручаюсь за это. Ну, это, об этом говорит моя подготовка, мои тренеры, мой состав. Я думаю, уверенно.